Вот, уважаемые жители, это наш водопровод. Сейчас, вот видите, там идет вода, видно, ржавая. Что-то они делают. Че, ржавая вода? А что вы делаете-то все-таки? Скажите нам, для жителей деревни Борозда, откройте секрет. А, нужно прокачать, чтобы пошла чистая, что ли? Проверяющий, чтобы мог увидеть. А, спасибо большое. Я просто житель деревни Борозда, нам как бы это интересно. А мы из дома вот там вот подальше, где фламинг нарисован. Видели, проезжали дом? Но когда поедете, где выезжать на Клин 9, по левую руку у вас будет дом. Там фламинг нарисован, картинка, увидите. Все, жители деревни Борозда, с вами, как всегда, была я, Наталья Лебедева. Хорошо в деревне летом.